Ваша задача сейчас по максимуму всеми средствами, людскими силами, которые у вас есть, все подведомственные учреждения, все сотрудники департамента, которых можно отвлечь от текущей работы, должны выйти на линию и обеспечить соблюдение масочного режима и дезинфекции транспорта. Полное соблюдение масочного режима в транспорте и полное соблюдение правил дезинфекции транспорта. Понимаете, в чем дело? Это основной источник сейчас переноса заболевания.